Привет, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики. В первую очередь хочу поблагодарить вас за ваши подписки на мой канал, за ваши душевные теплые отзывы. Спасибо огромное, что вы у меня есть. Я отношусь к вам, каждому, с любовью и уважением. И стараюсь создавать свои изделия красивыми, а мастер-класс интересными. Все делаю для вас, чтобы вас радовать. Вот и наступил день розыгрыша, и одному из вас достанется мой медальончик ручной работы в технике точечная роспись. Эту технику я очень обожаю и вложила в этот медальон всю свою любовь и тепло душевное и запечатала, он закрыт. Я думаю, каждый из вас волнуется в ожидании итога нашего розыгрыша. Я так очень волнуюсь. Начнем. У нас 44 участника. И с помощью генератора случайных чисел выберем победителя. Вот на канале YouTube Gift я открыла такой рандомайзер. 44 участника, значит, минимальное число 1, максимальное 44. Нажимаем «Сгенерировать». 12. Поздравляем! Поздравляем победителя. Мой медальончик. Сейчас посмотрим, кто у нас под номером 12. Виктор Бондарчук. Ему был присвоен номер 12. Поздравляем Виктора! А теперь с вами прощаюсь, но ненадолго. Скоро выйдут мои новые мастер-классы, и обязательно будут и розыгрыши, и подарки. Я вас очень люблю, обнимаю вас всех вместе и каждого в отдельности. С любовью, ваша Наточка. Всех целую, обнимаю. Пока!